Приветствую! Вы на канале Звездный Социум. Наталье Шевель было 25 лет, когда она решила связать себя узами брака с 84-летним актером Иваном Краско. 5 лет назад пара поженилась, чем сильно удивила общественность. Их снимки из ЗАГСа стали очевидной иллюстрацией тому, что сегодня можно назвать «неравный брак». Как правило, молодые девушки нередко выходят замуж за состоятельных пожилых людей, только вот Краско был не так уж и богат. Наташа с Иваном прожила в браке 3 года. Около 2 лет назад они развелись. Почти все время совместной жизни с Иваном девушка слышала резкие высказывания в свой адрес и шквал критики. Многие утверждали, что девушка преследует свои меркантильные интересы. Вполне вероятно, что это и было так. Краско наверняка осознавал, что симпатичная молодая девушка вышла за него замуж не по любви. Но сложилось так, что Краско не имел каких-либо крупных активов по части финансов. С Наташей они жили в одной квартире вместе с внуком актера. Наталья многократно рассказывала прессе о том, что у нее нет никакой корысти и она действительно испытывает теплые чувства к Ивану. Судьбу Наташи нельзя назвать легкой. Росла девочка в детдоме, куда родители отдали ее почти сразу после рождения. Родом она из Севастополя. Прожив 5 лет в детдоме, девочку удочерила Светлана Губучкина. Приемная мать была очень строгой и не разрешала ей приходить домой позже 10 часов вечера. Иван стал третьим супругом Наташи. Первый муж был ее ровесником, а второй – старше почти на 20 лет. Развелись супруги по причине того, что Иван хотел, чтобы Наталья родила ему ребенка, а она отказывалась. Были и другие доводы, но этот был основным. Сегодня Наташа и Иван до сих пор общаются друг с другом, но как друзья и коллеги. Они вместе играют на одной театральной сцене в спектакле. Наталья не является очень популярной актрисой, хотя талант у нее есть. Девушка любит писать стихи. У нее уже есть 1 опубликованная книга. Шевель любит много путешествовать, ей интересны древние цивилизации. Девушка активно ведет свои социальные сети и часто публикует красивые фотографии из разных стран мира. На сегодняшний день о личной жизни Натальи ничего не известно. Девушка предпочитает не распространяться на данную тему, впрочем, как и раньше. Не так давно она лишь рассказала, что пока не собирается связывать себя узами брака с кем-либо в ближайшее время. Ставьте палец вверх, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Будь в социуме!